Давайте послухаємо Андрія Ярмоленка. Краще б матч закінчився на 5 хвилин раніше, чи все-таки і так непогано? Ну, я вважаю, що, звісно, 2-0 краще, ніж 3-1. Хорошо, что забили в концовке этот мяч, потому что все-таки немножко поспокойнее, но понимаем, что будем ехать туда, и там будет немножко другая игра. Який був процес відновлення після Шахтаря? От з огляду на те, як команда бігала сьогодні, це трошечки от дивно. Да? Там, так мало часу пройшло, така погода складна, але все одно команда біжить дуже здорово. Ну, слушайте, начало чемпионата. Да, мы на сборах же тоже не отдыхали и работали. Я думаю, все ребята соскучились по футболу. Тем более сегодня пришло много болельщиков, за что им огромное спасибо. И как мы могли при 40 тысячах играть плохо. И, конечно же, болельщики нас заставляли отрабатывать и в обороне, и в атаку. Так что сил полно, только начало чемпионата. Мало моментів і прекрасна реалізація в першому таймі, і зовсім навпаки, тайм другий. Яка причина, от як з поля це було видно зсередини? Ну, це футбол, да. Бувають моментів нет, но ти забиваєш там какие-то нелепые, да, мячи. Ну, ничего страшного, конечно, нужно было реализовывать те моменты, которые у нас были, было бы намного легче.